Это наш Raritan Unit на улице. Это вот, скорее всего, ваше парковочное место. Они тут все пронумерованы, так как это не занято. Я думаю, что это assigned к этому юниту. У вас балкончик сверху. Дверь, вот это вот ваш балкончик. Поехали, это само здание. Вот с этой стороны, это там будет ваш storage, ну, с этой стороны здания. Просто вам показываю, как на улице. Это прям напротив соседнее здание, номер 100. Зелененькое, все красиво. Вот это ваш garbage туда большой сносить. Пойдемте в дом. Такие высокенькие ступеньки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 ступенек. Это входная дверь на 2 юнита. С этой стороны соседский, этот наш. Свежевыкрашенные дверки. Поехали. А ну где взяла ключики? Я с собой забрала ключики. С собой забрала, окей. Это 5 ступеньки на 2 этаж. А, вон у нас на 2 этаже, считаем ступеньки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. 14 ступенек. Ваши utility, water heater, вроде бы неплохой, а вот сам хитер исторический, старый. Что тут нам бирки, бирок, а вот вижу бирки здесь. Какой год, что я вижу из года, не видно, не вижу стикер, что говорит, ну, как бы старенький, для тепла старенький, а water heater для воды, обогреватель воды, вроде бы нормальный, полы хорошие, деревянные, ламинатик, это ваше такое комбо. Family room, dining room. У вас свой балкончик. Огромный кондиционер и новенький. Здесь блестит. Видно, что только-только установили. Ваш jacket closet. Ваша панелька. Аккуратненько тоже выкрашен юнит. Нормально. Хорошая. Это наша кухня. Мне кажется, тут немножечко больше был. Это пейнтри. Но все равно он тоже неплохо. Тоже какие-то полы как ламинатные, но красивенькие. Он такой как старинные, старинное дерево, но он свежий. Здесь окна они не меняли. Окна коричневые, такие старенькие. А в том юните окна сменили. Appliances. Ну, как бы, это старое. Да, уже такой замученный. Это тоже юзанное, видно. Там был новее, там был новенький, самый новый, там был dishwasher. Такое тут все, да. Кабинетики нормально, тоже так на 7. Те были немножко лучше, тут ручки. Я бы сменила ручки, и нормально. Похоже, как бы, состояние кухни, только вот этот каунтер немножко замученный тоже. Холодильник черненький, но ничего так, они его открыли, чтобы там не пахло. Похоже, да, немножко тут больше, мне кажется. Так. Это наша ванна, ванна новая. Может, они бастаб оставили, плиточку оставили, но все чистенько, аккуратненько. Плиточку эту сменили на полу. Этот vanity тоже новенький. Хорошо. Туалет новенький. Внутри надо помыть. Немножко грязный. Но хорошо все смывается. Нормально. И нечем его помыть. Водичка как-то бежит. Хороший напор. Окна старенькие. Да, весь юнит окна старенькие. Это будет, скорее всего, холодно. Пойдем дальше. Клазы для полотенюшек. Хорошо. Светлая.
хорошая такая комната. Тут целых два walk-in closet. Классные, большие такие. Проходная комната. Неплохо, неплохо. Оба юнита покрашены. Тот покрашен в серый цвет, этот в белый. Но оба как бы очень даже приличные. Окей, все, я побегу вам покажу basement, чтобы вы посмотрели ваш storage. Там, кстати, есть стиралка. Я ящички еще здесь попробую, как здесь водичка. Вон горячая есть ли вода. Да, но тут он, конечно, кабинетики помученные. Напор есть, бежит, вода не собирается. В такую сторону горячая. Ну, ладно. Ящички пооткрываю. Ящички мученые. Там лучше ящички, да, там кабинетики лучше, чем здесь. И пальцы там лучше, чем здесь. Хорошо, все это мы посмотрели. Мы пойдем посмотрим basement. Когда закроем. Все, побежим. Она сразу же закрою, чтобы я уже возвращалась. Можно изнутри закрыть. Трещина идет на порче. Окей. Побежали, посмотрим basement. Прямо вокруг здания. Обходим. А, я свет оставила на балкончике, придется вернуться. Вот мы идем. Вот тут всякие счетчики воды, панелька. Вот наш storage. Немножко дверь такая поржавевшая, поблезшая, но зато классный большой